Проверить снаряжение! Система ЛЗУ включена. Условия атаки? Огонь на усмотрение. Готово. 10 секунд. Дверь! Пошли! Пошли, пошли! Не сдевайте! Ищейки пошли. Рассыпаться. Наше оружие в хранилище в полукилометре отсюда. Как думаешь, они слышали взрыв? Может, и да. Тогда давай их поприветствуем. Пропуск Ирина-Лиса. Добро пожаловать в исследовательский центр Европа. Бросай антиграф. Принято. Дождь! Выдвигаемся. На помощь! В моем районе! Проверьте все углы. Жнец, мы в исследовательском центре. Идем к арсеналу. Принято. Имейте в виду, войска СДФ скоро будут внутри. Нельзя допустить, чтобы операция Рая увенчалась успехом. Как только оно будет у нас, я смогу запустить процесс самоуничтожения. Принято. Внимание на лабораторию. Контакт! Атакуем блок! Нужна помощь! Не останавливаться! Не расслабляться! Мы еще не закончили! Поджарим гадов! Один-один, мы опаздываем, и топливо почти на исходе. Что там у вас? Двигаемся к цели. Точка выхода через 6 минут. Конец связи. Терминал на другой стороне. Мы как раз вовремя. Сайпс, ломаем! Все чисто! Джекпот! Вижу хранилище! Жнец, мы добрались до арсенала. Идем забирать оружие. Принято, 1-1. Оружие в хранилище. Как только заберете его, я запущу протокол самоуничтожения. Прототипы что? Загружай его, Сайпс.
Оно нам понадобится. Держи мы. Технология та же, модель компактная. Так вот зачем они охотились. Жнец, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ, пехота и техника. Больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял. Мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Нет, оружие у нас. Подтвердите запуск протокола самоуничтожения. Понял. Запускаю процесс самоуничтожения. Понял, 1-1. К вам идет СДФ. Пехота и техника больше 50. Уходите оттуда немедленно. Понял, мы выступаем. Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Встреча через 5 минут. Время не ждет. Вперед! Внимание! Запущен процесс самоуничтожения. Thank you.
Нужен воздух! Иду к тебе! Подними его, ему нужен воздух. Дыши, боец. Сколько вас пришло? Здесь все. А как насчет того корабля, который мы сбили? Моим людям нужен врач. Заботишься о своих людях? Пиши с выводами. Вот поэтому вам и не видать победы. Это место уже не ваше. Прикончите. Не трать пули. Что такое Рая? Что за Рая, не знаю. А шлемная камера отключилась. 18 часов связи нет. СДФ не выставил требований. А зачем им выставлять требования? Они захватили базу. Расстреляли троих и сбили пилота. Нашу группу отправили за секретным оружием на закрытый объект. Этот объект строго засекречен. Как вообще СДФ туда пропустили? Так, согласно договорам, все народы имеют право свободно... Сэр, это задача для полной ударной группы, не для четверки бойцов. Лейтенант Рейс, прошу вас вести себя более дипломатично. И смените тон. Есть, сэр. Кто еще знает это? Сейчас воздушное командование и вы. Это же прямой акт агрессии, адмирал. Мы должны быть в патруле, а не пускать тут фейерверки. Военная доктрина запрещает применение крайних мер в таких случаях. Значит, мы воткнем стволы в песок и будем любоваться парадом флота? Лейтенант Рейс, поймите меня. По-человечески я совершенно согласен с вами. Нам надо нападать. Так почему нет? Они политики, Рейс. Подотрутся любым флагом, лишь бы заводы дымили. Присаживайся. Для политиков идея вооруженного наступления – это полный кошмар. Войны нет, военные не у руля. Но когда она начнется, будет поздно. Сомнения, дыра в голове. Вы твердили это в летной школе. Оцени проблему и действуй. Ты всегда был хорошим учеником. Стратком в курсе наших проблем. Пока применение силы не рассматривалось на оперативном уровне. Законы войны, сынок. Спасибо за разъяснение, сэр. Адмирал Рейнс, Итриан уже на крыше. Спасибо, старшина. Что такое Итриан? Сходи, посмотри. Думаю, понравится. Вольно. Сколько? Четверо. 200-е. Европа? Да, там был СДФ. Перебили команду. Забрали все. Ах ты ж дрянь. Этот флот, они зря так. Мы должны быть в шакалах на боевом. Адмиралы не спорят. Капитан знает? Отнюдь. Возьми здесь сейчас не боевой корабль, а декорации. Весь наш флот здесь, в Женеве. И это пугает. Это бывает каждый год. Что ж, пойдем веселиться. Прошу вас, лейтенант. Спасибо, умник. Давай-ка прогуляемся. Невеселый списочек.
мирно не павшим. Видели флота как есть. Же всего день на планете. Предпочитаю черноту космоса. Да, и я тоже. Рейнс говорил о каком-то E3N. Не слышала? Никак нет. В четырехзвездочных рукавах Рейни всегда есть пара. Он полетит на церемонию вместе с нами. Не называй его так. В лицо? Буду. Расступись. Проходите, лейтенанты. У службы свои плюсы. Нас ждет самолет. Сейчас погода. Дешевая показуха на потеху толпе. Это работа с общественностью. Это пропаганда, все. Мы потеряли четверых и устраиваем праздник. У нас связаны руки. Отдохни-ка сегодня, Рейс. Это приказ. Ты не можешь мне приказывать, мы равны по званию. О, чего стало. Лейтенант Рейс. Это еще что? Кажется, это E3N. Так точно, сэр. Старшина первого класса, E3N. Улучшенный тактический гуманоид, модель 3. Потрясающе. Так и есть. Зовите меня Итан. Твои задачи. Я приписан к возмездию, командир-капитан Олдер. Боевая программа есть? Лучшая. Увидите. Похоже, ты действительно крутой вояка. Ну что вы, не смущайте меня, сэр. Отойди, Итан. Я еще не настолько старый. Приветствую, адмирал. Что ж, теперь все познакомились. Можно и стартовать. Хорошо скрывали проект Итан, адмирал. Олдер знал. Первая модель боец. Впечатляющая. Представим его на сегодняшней церемонии. Вы же знаете, что я робею на сцене? У тебя есть чувства? Да, лейтенант, вполне. У меня мозг человека, фермера. С ума сойти, серьезно? Ни в какой мере, мэм. Попалось солнце. Вот и нет. Уатис сегодня сверхурочные, да, адмирал? Полно бортов, но система всегда начеку. Итан, ты знаком с системой авиаперехвата? Железный щит Земли. Основная огневая мощь. Воздаяние, это Ворон-6. Разрешите посадку. Принято. Шестой. Посадку разрешаю. Адмирал, сэр. В чем дело, Итан? Орудия Азис. Кажется, они наводятся на наш флот. Тревога! Я к штурвалу! Расстреливают наш флот! Надо подняться на башню и вернуть контроль.
порядке. Они стреляют в гражданских. Thank you.
один есть! Уничтожьте! Давай, да! 11 часов! Огонь! Башня должна быть уже близко! Зачем они стреляют в гражданских? Не знаю, Итан! Пушки «Атис» все еще стреляют по нашему флоту! Стойкий подбит! Осторожно! Здесь тупик! Сэр, я могу переправить нас через стену! Сюда, лейтенант! Держимся рядом! Вперед! Веди нас! Есть, сэр! Впереди гражданские! Не стрелять! Вы в порядке, сэр? Уходите в укрытие! Уходите с улицы! Укрывайтесь в домах! Слева, по лестнице! Слышишь? Что-то приближается! Связи по-прежнему нет. Башня «Атис» прямо перед нами. Подойдем поближе.
гранатами по борту! Я пустой! На 10 секунд! Вырываемся! Подойдем поближе. Граната не по ботам! Прорываемся! Подойдем поближе. Они сбрасывают их сейчас. Граната не работа. Граната не работа. СДФ рвется к власти уже много лет, Питер. Они знали, что здесь собрался весь наш флот. Убить движение. Рейс, займись дверью, я прикрою. Пока мы его.
заткните ее! Перехватывайте управление ботом! Быстрее, лейтенант! Район контролируется фронтом обороны колонии. Наглядно обнаружен. Отличная работа, лейтенант! Ценная штука! Оставьте ее себе, сэр! Внимание всем! Группа золота под обстрелом! Продвижение невозможно! Управление! Затмение! Это номер первый! Как слышно? Отлично, адмирал. Какие указания? Отработайте главными по башне. Надо прикрыть наземных. Есть, сэр. Начинаю работу. Сада, свои, свои! Союзники, не стрелять! Лейтенант, поднять шакалов для поддержки с воздуха. Принято, сэр. Врача! Врача! Возмездие, это 1-1. 1-1, возмездие на связи. Кро, СКАР-3 на вылет. Работа по земле. Принят, лейтенант. Расчетная минута. Номер первый золоту. Авиация на подходе. Как только они ударят, берем высоту. Принято, номер первый. Золото в позиции. Затмение. К бою. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Хорошо отработал, приятель! Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки.
Золото 2-4. Идите на левый фланг. 2-6. Займитесь правым. Готов зайти на вторую атаку. Подходим ближе, не расслабляться. Группа «Золото», статус. Один, у меня глаза разбегают. Какой цели работать? Ладно, начали. Готов зайти на вторую атаку. Внимание на стену! Вижу цель! Скажите, у меня глаза разбегаются. Укажите, по какой цели работать. Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждаю! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Яблочко 3-1! Понял! Выходим из боя! Противник опознан! Один. Цель отмечена. Принято. Захожу на цель. Пушки, пушки, пушки! Хорошо отработал, 3-1. Понял. Отхожу. Вызываю огонь! Цель отмечена! Цель подтверждаю. Начинаю работу. Огонь! Огонь! Yes!
Вызываю огонь! Цель отмечена! Принято! Цель подтверждена! Начинаю работу! Огонь! Огонь! Яблочко твою! Все чисто! Сэр, там засел отряд СДР. Понял. Занимайте оборону. Скар пойдет внутрь. Итан, подключись к камерам Атис. Что там творится? Есть, сэр. Начинаю передачу изображения. Осталось 10 кораблей. Флота ЮНСА больше нет. Начинаю ликвидацию системы Атис. Марш свечен. Идем, быстрее! Просьба покинуть здание. Иди нас, лейтенант. Идем, Рейс! Итан, вперед! Джекпот! Внимание всем, повторяю, джекпот! Смени робота, отведи пленников в камеру. Старшина, запускай Атис, корабли противника все еще здесь. Так точно, адмирал? Силы САТа засели снаружи и развертывают БП. Понял. Пойдем посмотрим на этого ублюдка. Осмотреть его надо. Обойдусь. И документы есть. Это он. Майкл Аарон Пейдж, инженер-механик, стаж 2 года. Спящий агент СДФ. Имя не мое. Это кличка идиота-землянина. А твое имя? Командор Акил Минрая. Фронт обороны колоний. Операция на Европе? Ты начал войну. И я ее закончу. Адмирал, данные о целях для Атис почти готовы. Быстро ты, Итан, молодец. Вы оттягиваете неизбежно. Увести. Марс, вечер. Стоять, десант. Дай мне 5 минут наедине с этой тварью. Солт. Столько невинных жертв, Рейс. Отомстим за них в бою. Ладно. Готово, сэр. Пошли.